Хотел бы почитать вам стихотворение о Вене, Австрия. Вот Валерий Козлов посвятил это стихотворение прекрасной Вене и изящной Елизавете Австрийской Сиси некоторые строки из его стихотворения. «Я снова встретился с тобой, Вена. О, эта встреча мне покоя не дает. Душа волнуется и, несомненно, все тихой болью отзовется и замрет. Нет, это не Париж. Здесь как стаккато. Все переулки светлой музыкой звучат. Бетховена и Моцарта сонаты. Квартеты Гайдна нежной трелью ввысь летят. Им вторят Шуберта симфонии и песни. Святого Стефана органа Божий звук. Разливами играя в поднебесье. В душе рождают они сердцем перестук». Такие строки. Вот еще некоторые факты о Вене. С 1703 года в Вене выпускается старейшая газета мира «Вайнер Зайтунг». Она была основана и издана в 1703 году впервые. А вот следующий факт. Реквием Моцарта можно услышать в Вене под сводом Штефансдома. Бессмертное произведение в огромном соборе исполняется на 5 органах. Благодаря этому достигается необычное объемное и мощное звучание. Следующий факт. Венский бал – это знаменитое, можно, наверное, сказать, даже мировое мероприятие. Оно считается не только престижным и роскошным, но и очень достаточно затратным. Стоимость билетов от 200 до 20 тысяч евро. В Венской опере ставят спектакли трех категорий. Категория А – для оперных гурманов. Категория Б – для любителей музыки. И категория С – для всех остальных. Но вот я, видимо, все-таки подхожу, конечно, для категории С всех остальных. Еще интересный факт. Оказывается, в Венской опере представления никогда не идут по 2 дня подряд. Партии в любой пьесе исполняются исключительно на языке оригинала либретто. Следующий факт. Венская вода – самая чистая городская вода в мире. Здесь не надо покупать воду в бутылках. Здесь можно пить из любого источника, потому что вода – это из альпийских источников. Она очень чистая. Можно из крана пить. Тот круассан, о котором я думал, что он родился во Франции, оказывается, нет. Он был печен в Вене в честь победы над турками, как раз в форме полумесяца. Назывался он венским рогаликом, а во Францию попал благодаря Марии Антуанетте. И сразу, в общем, полюбился французам, как булочка к завтраку. Конечно, невозможно обойти такую достопримечательность Вены, как кафе «Захер». Кафе «Захер» знаменит не только своим тортом. Здесь можно попробовать свыше 20 разновидностей кофе. Вот. Я там был, очень вкусные печеные изделия. Вот. Говоря о Вене, нельзя не сказать о музейном квартале. Музейный квартал – самый крупный музейный комплекс в Европе. Он занимает территорию в 60 тысяч квадратных метров. Он открылся в 2005 году. Венская биржа – старейшая в мире. В 1771 году она была основана. До сих пор биржа является лидером мирового фондового рынка. В Вене находится второй по величине в Западной Европе православный храм Русской Церкви. Собор святителя Николая Чудотворца. Вот еще такой факт, что в центральное Венское кладбище, это самое крупнейшее в Европе, ну, второе после Гамбургского, основан в 1874 году. Оно занимает площадь 2,5 квадратных метра. Здесь похоронено свыше 3 миллионов человек. Зоопарк Шенбурна, старейший в мире, в 2010 году он назван лучшим зоопарком Европы. Кстати, наш Иосиф Виссарионович Сталин побывал в Вене тоже. Он был здесь 5 недель. В 2012 году Вена стала лучшим городом для жизни среди 220 городов мира. Вольфганг Амадей Моцарт жил в доме номер 5 на улице Домгассе. На сегодняшний день в этом доме открыт музей. Еще факт, который, ну, просто интересный факт. Оказывается, в Вене волосы растут гораздо быстрее, чем в других местах. Этот факт связан с чистой водой, которая течет из крана, на которой можно пить. Вода из альпийских источников. Вот все, пожалуй. Пока-пока. А вот стихи Инессы Фединой. При слове «Вена» сердце вдохновенно ликует, задыхаясь от любви. При слове «Вена» музыка Шопена и Моцарта, и Штрауса, и сразу вальс цветущих яблонь пена, шампанское, кофейный аромат и оперы, сияющая сцена, и на соборной площади набат. Вена, Австрия, столица, я у ног императрицы. Пусть масштабами не слится,
хоть немного постою, сходство в ней с Екатериной. Та же самая картина, словно женщины в едином государственном строю. Вот интересное такое стихотворение. А эти стихи написала Вене поэт Вондерлак. Насколько Вена необыкновенна, сияет свет церковных витражей, и опера поет шампанским пенным, пропитывают даму миражей. Там Моцарт, музыкальный в поле чистом, пустынном сочиняет снегопад. Там резвый конь под всадником плечистым застыл в прыжке в имперское назад. Там мудрый Гёте сонно наблюдает за суетой трамваев и людей, а снег летит, летит январской стаи, как нота вечных истин и идей. Все истины собрал чудесный рислинг в кафе, веками созданный уют. Здесь чувство задевает струны мыслей, и штрудель с черным кофе подает. По-моему, очень красиво. А вот стихотворение, которое написал Евгений Солод. Слышно отзвуки флейты волшебной, Моцарт снова играет для нас, и сплетается ритм вдохновенно, унося много судеб и фраз. Замечталась красавица Вена, и дрожит, словно скрипка в руках. Сквозь века она слышит Шопена, растворяясь в своих облаках. Умывается в водах Дуная, красотой покоряет весь мир. Тихо дремлет, конечно, не зная, что душа ее – наш сувенир. В венском вальсе кружатся тревоги, в венском вальсе кружится любовь. Впереди города и дороги, впечатлений багаж, вновь и вновь. Вот такое стихотворение.